Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Defender, 130-й кузов, 2013 года выпуска, двигатель 2.2 турбодизель, механика, полный привод. Пробег на автомобиле 86 тысяч километров, заменю на нем масло в коробке передач. Коробка передач механическая, шестиступенчатая. Поднимаю автомобиль, сливаю масло. Поднял автомобиль. Вот у нас коробка. Сливная пробочка у нас расположена удобно. Вот она. А шестигранник здесь на 8. А вот заливная пробка. Вот это уже немножко что-то не доработали. Вот я одел на нее биту. Сейчас попробую настроить. Да, вот она. Ориентир за фланцем карданного вала. Вот я биту одел. Тоже шестигранник на 8. Немножко не в удобном месте расположили заливную пробку. Теперь можно замерить. Масло есть, как и должно быть, ниже края примерно миллиметров на 5, на 4, на 5 миллиметров. Ну а теперь откручиваю сливную пробку и сливаю масло. Ну а в коробке масло более-менее, да что более-менее, чистое масло в коробке. Сливаю. Пока сливается масло, я перелью масло в нагнетатель, потому что здесь по-другому не получится. Масло буду заливать фордовское, коробка фордовская. 75W90, номер для заказа идет, так, здесь у нас где,
написано номер. А, вот весь. 179-0-199. Заказал 3 литра. И мы сейчас зальем. По инструкции идет 2,4 литра. Масло сбежало. Закручиваю на место пробку. Написано момент для пробки 50 ньютона-метров. Переливаю масло в нагнетатель и будем заливать. Все, я перелил масло. Теперь ставлю нагнетатель. Обычный механический. И накачиваю масло. Вот и все. Закачало 2,4 литра. Сейчас проверю уровень. Щупом не достал масла. Добавил еще 300 грамм. И масло побежало. Все-таки надо было на 2,4 остановиться. Беру шприц и немножко откачаю масло. Примерно грамм 200. Откачала 200 грамм. Проверяю щупом. Масло на кончике. Все как должно быть. Почистил резьбу на пробке и закручиваю ее на место. Подтягиваю. Все.
А все подтеки, которые там образовались, смываю очистителем карбюратора. Вот и все. На этом замену масла в коробке передач я закончу. Всего вам доброго.